Ну, а то еще в Европе Трампа не жалуют. На ежегодном карнавале в итальянском Вереджо высмеяли его имперские амбиции. Этот карнавал обычно посвящают основным проблемам современности. Кроме Трампа, над улицами города проплыл гигантский кит, облепленный пластиковым мусором, напоминающим о глобальном загрязнении океана. А напоследок станцевала толпа людей с коробками на головах, символизирующая поколение, которое проводит всю свою жизнь в гаджетах.